Ну, угроза с его фланга. Вот, пожалуйста, угроза. Вот он сам пошел чужим воротам. Пенальти здесь. Сейчас посмотрим на повтор. Вот Дани Алвес обкрадывает Лама, и да, тот, пенальти, в общем, попадает. Пенальти, попадает, пенальти, да. Пенальти. Но это Лам, ну, привез. Это Лам привез, случай. Это не тот пенальти, который заслужил Дани Алвес. Скорее, тот пенальти, который сделал капитан немецкой сборной. Да, это редчайший случай. Кстати, так и будет, мне кажется. Долгая пауза. Странный тут разбег. Нет, все-таки Рабини справляется с той задачей, с которой забили мяч впервые с того самого матча, о котором я сегодня вспоминал, когда напортачил Джулио Сезар. Бразилия выиграла в группе у Эквадора 4-2.